Вы понимаете? Это же просто ужас! Меня снова оставили одного дома. Я Макалкин. И сейчас начнется съемки фильма «Один дома». Пятая часть уже. Пятый раз я один дома. Ну и где же я сейчас нахожусь? Или в Македонии? Может быть... Хорватия. Может это... Израиль. Или... Египет. Ага. Ах, ну кто же мне поможет? Кто же хоть сообщит мне, в какой я стране нахожусь теперь? Я Штирлиц вам помогу. Да, я понимаю тебя, Макалкин. Я тоже один, заброшенный в стан врага. Это очень трудно. И я и других звал. Потому и поможем тебе. Наша раса. Начальника, не ругайся, но я страны не знаю. Огонь, вода и медные трубы. Ищите королевство. Где тут король, там и будет. Нету тут королевства. Как нету королевства? Ну тогда тебе придется пройти огонь и воду и медные трубы, чтобы найти эту страну. Товарищ Сахов, честное слово, ничего не сделал, только вошел. Да, помочь не в силах. Фантомас. Один дома. Ну жди, я приду. Гонщики. Ой, устал, ой, устал. Где же гонки проходят ваши? Македонии. Да, солнечная Македония, солнце достало уже, выпекло всю мою каску. Македония, первый бал. Медсестра. Так, на что жалуемся? Не, мистер, медсестра, я не могу... Братец, где я нахожусь сейчас? Да, это плохо. Это называется галлюцинацией. Срочно поможем. Или амнезия у него. Баба-яга. Сказки смотришь? Смотрю когда-то. Ну ладно, повезло тебе. У меня сегодня хорошее настроение. Иван Васильевич Бунча. Были демоны, не отрицаю, но они сами ликвидировались. Да? Это что, ко мне придут демоны в гости в пятой части? А, и меня оставили одного. Ужас. И не балбес. Да-да. Меня засосала опасная трясина. Кондуктор, нажми на тормоза. Не-не-не, эта песенка мне не нравится. Вот лучше балбес. Другую песню. Да. Ты балбес? Да-да, я балбес. И еще трус, балбес и блавый. Значит, сколько у тебя букв в слове? 6 у меня. Песня номер? 6. Сейчас другую песню сыграю на гитаре. Вперед. О, какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я. И песенка моя, я. Ну вот, так-то лучше. Нужно мне ничего, пойду когда хочу. Какой же я, песенка моя. Ага, нам где-то что с этой песенки? Песенка мышонка это была. Да, мышонок серый. Серый цвет, как у моей майки. Да, так что ищи, может быть, где-нибудь серый цвет есть? Нету в Египте. В Македонии нету. Нету в Хорватии. Нету. Нету серого цвета. Ну ладно, как хотите. Так.
Я требую продолжения банкета. Срочно посылайте гонцов. Из Простоквашино. У этого кота молоко вкусное было. Парное молоко хочу. Ты хочешь молока, Иван Васильевич Бунша? Выполняйте приказ царя. Ладно. Сейчас будет готово молоко. Молоко какого цвета у нас? Белое молоко. Белое. Ну, поищите страны, где... Белый цвет. Так. Египет. О, сразу первый балл. Хорватия. И Хорватия первый балл. Израиль. И Израиль первый балл получает. Ха-ха-ха! Да, внучок! Ох, я помогу тебе! Что? Я слышал Бабу-Ягу! Баба-Яга, где Баба-Яга? Она плохая! Мальчик! Мальчик, беги! Беги! Ты что, дедушка, вообще память потерял? Я ж говорил, что я Баба-Яга! Я помогу мальчику! Знаю, как ты поможешь мальчику. Но, так сказать, засунешь в печку, и нет мальчика. Ну нет, я, мать, так не делаю. Итак, ладно, отправляйся лучше эту бабу-ягу. В космосе. Пусть она сдохнет в луне. На ракете, на луну. На луну, на солнце, на звезды, да все равно куда-нибудь. Страны, где звезда. Да, дальше отсюда вот только. Ой, ну ладно, ладно. Так, страны, где звезды. Где звезды, солнце, смотрим. Хорватия немного есть. Второй Македония. Балл. Македония второй балл. И звезда Давида. Израиль тоже второй балл. Угу. Так, мальчик, я, наверное, знаю. Ты сегодня был в парке динозавров? Был когда-то, был. Да. Ты трогал этих динозавров? Трогал я. Трогал я, трогал. Ну тогда срочно, срочно тебе надо... Мой до дыру идти. Помыться! Может, вот смотри, память может вернется. А пока ты моешься, так, посмотрим, динозавры зеленые, у меня вязанка зеленая, и у тебя зеленая майка. Да, так что ищем зеленый цвет, пока ты там моешься. Так. Так, Хорватия, третий балл. Буквы. Израиль. А почему такие буквы странные? Разноцветные. Ну ладно, Израиль третий балл получает. Ох. Гонщики, помогите. Я буду играться с тобой. Что? Лунатики? Да, лунатики даже в этой серии будет. Да. Жаль, что нам некогда. Нам гонки. Нам надо участвовать в гонках. Так бы мы тебе помогли, конечно, разобраться с лунатиками. Это я лунатиков прислал к вам. Фантомас! Срочно, срочно, Финес, послушай песенку, пожалуйста. Ладно. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Песня номер 10. Вот-вот, иди спать, Фантомас. Спать, иди. Спать, Фантомас. Ну ладно.
Так. Честное слово. И ничего же не сделал. Я только вошел в спальню к Фантомасу, и меня облили. Сколько букв в слове Сахов? 6. Давай-ка послушай песенку номер 6. Вот-вот, вода. Я и так мокрый, куда еще больше воды? В Хорватии. Где тут воды много? Даже и не знаю, что. Так. Ну, а мне какую песенку? Ну, ты же царь. Ну же. Царь. Сколько букв в слове царь? 4. Давай я 4-ю послушаю. Во, синее море, зеленая земля. На белом корабле. А это вообще-то мой корабль, королевский. Я тебе его дарю. Ну ладно, посмотрим. Этот корабль в Египте плывет. Белый корабль, белый цвет. Египет 3-й балл, Хорватия 4-й, Израиль 5-й балл. Хо-хо! Начальника, не ругайся, мы не можем помочь, страну не можем найти. Ну так-то правильно. Мы звонили маме. Твоя мама не отвечает. Мы звонили твоему дяде. Твой дядя тоже не отвечает. Как же мы можем найти страну, если никто с нами не разговаривает? Ну, не знаю. Дядя заняты, наверное, оба. О, это что такое? Шифровка? О, зашифрованная какая-то подсказка? Ну, посмотрим. Расшифруем подсказку. Хома! Хома, это ни при чем тут? Янот! Ярш! Мамонтенок! Какие еще мамонты? Иван Царевич! Да, Штирлиц. Я Иван Васильевич, вообще-то. А это кто такие? Пираты! Пираты Карибского моря. Сражались они. О, срочно нужно послать войско. Заложники задержали. Освободить заложников. Этот пират не мог освободить заложников. Арестовать пирата. Арестовать с помощью этой знак. Ну и где же пираты обитают? Раньше в Македонии обитали, там в гостях у македонского они были. О, точно. Македония, 5-й балл. О, ладно. Штирли, теперь еще одна попытка расшифровать подсказку. Муравейник. Это лес, не, лес не. Игуана. Ежевика. Хомяк. Откуда? В Египте. Ёлка. И в хомяк.
Да, Штирлиц, совсем ты законспирировался. Меня засосала опасная трясина. И кондуктор змеиный на тормозах. О, ну вот я тут хорошо тормознулся. В ферме. Да, наверное, тебя оставили одного. Корову. На ферме. На ферме. Там кабан, тракторы и другие зверят в ферме живут. Будешь работать. Чего? Один сам? Да. Ага. Придется работать. Где же эта ферма хоть находится? В Хорватии. В Хорватии? Ну ладно. Ну, Баба-Яга. А я думаю, тебе нужно отправиться вот в лес к Мише, к Маше. Они должны знать. Не рычи, это я, Баба-Яга. Да, привет, я тоже рада тебя видеть. Я тоже рада тебя, Баба-Яга. Расскажите мальчику, где снимается его фильм? Конечно. На какой границе? Маша, скажи границу для Бабы-Яги. На границе. Маша говорила, в израильские, граница израильская. 4-й балл. Ну вот, видели? Так. Так, мальчик, ясно. У тебя амнезия. А ты хоть буквы помнишь? Ну, помню, я видел фиксиков. Ну, х. Холодильник. Холодильник. Так, следующий. Ель. Ель. Иголка. Какие иголки? Какие ели? О чем вы вообще мяч. Тут? Мяч. Но, ой, футбольный мяч македонский. 6-й балл. Ну, буквы-то все знал? Ну, да, молодец. Значит, ты футболист? Да, я футболист раньше, был футболистом. Ага. Так, ну а ты, гонщик? Я хочу встретиться с котом Леопольдом. Выучить вместе с ним азбуку. Ну, давай, поучим. Молоток. Я все двери забью глазями, чтоб никто ко мне не зашел. 7-й балл, Македония. Индюк. Это на ферме, мы знаем. Ель. Ёж. Ну какие ёлки, о чём вы? Рано ещё. Холодильник. Пустой холодильник. Нету ничего в холодильнике. И жратвы нету. Ну я проснулся. Ну что, мальчик? Готов? Азбуке. Если не хочешь, чтоб я пришел к тебе ночью, ты выучи азбуку. Да. Хомяк. Опять хомяк. Ель. И опять ель. Ёсь. Ты другие знаешь слова, кроме елок, хомяков? Игрушки. Игрушки? Медведь. Да. Какой-то странный мальчик. Странный больной попался у нас. Честное слово, ничего не сделал, только вошел. Да, хотел своими знаниями по русскому алфавиту выучить. Индюк и игла. Ежевика. Енот. Хлеб. Хомяк. Опять хомяк. Опять ежевика. Муравей. Опять муравей. Медведь. Опять медведи. Да. Ну, раз ты не нашел страну тут, то я думаю, что тебе нужно пройтись по Европе.
Голландия, Москва, Париж. Европейские страны, как Македония. Ох, 8 балл. Хорватия. 6 балл. Израиль. Ну, это вроде арабская. Ну ладно, Израиль тоже 6 балл получает. Как ты не знаешь Израиль? Израиль вообще в Европе находится. Так, мистер Галкин, ой, мистер Макалкин, главный эксперт ждет тебя. Ой, ну спасибо, Штирлиц. Надеюсь, хоть главные эксперты помогут. А то тут то елки, то индюки, то хомяки. Никакой помощи, никакого толка от этих экспертов не было. Макалкин, мы тебя нашли страну. О, ну где же вы? Где же вы проводили эксперименты по замене мозгов? По мозгов эксперименты вы делали в Хорватии. Ага, значит там. Итак, Макалкин отправляется на съемки фильма «Один дома пять» в Хорватии, в Загреб. Хорватию. Ждите кинотеатра. Enter.